Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня очередное видео, очередная распаковка. Сегодня к нам пришли брелочки, такие светодиодные фонарики. Очень такая мелочевочка, но полезная. Хотел купить у нас в магазине, подумал, наниму их спеху, закажу в Китае. Заодно и посмотрю, что там продают, что за брелки такие, и поделюсь информацией с вами. Итак, давайте откроем. Вот, ну да, это именно они и пришли. То есть вот такие вот две. О, они тут. Что-то не понял, как они работают. Вот такие два брелочка. Висят на ключах, много места не занимают. Был у меня такой брелок, покупал я здесь у нас. Очень долго мне служил, но потом просто он отломился, то ли я его зацепил, короче, я его потерял. Все, он мне пропал. Очень полезная штука, висит на ключах, допустим, подходите вы домой, в подъезде мало ли там свет не горит или еще что-то. То есть вы включили его, подсветили замочную скважину, ключик ставили, или так вот где-то что-то делаете, например, если на ключах от автомобиля висит. Выйти в машину что-то посмотреть, там, когда уже стемнело, подсветить, там, спустило ли колесо, или под капотом заглянуть, под капот заглянуть, или еще что-то. Вот. То есть где-то что-то, какую-то мелочевку подсветить, найти, там, чтобы за рукой залезть, потому что мало ли что-то упадет в ноги, там, не видно. Очень полезная вещь. Был у меня такой, года два мне служил, был очень доволен, но потерял, и вот теперь решил заказать в Китае. Но почему я заказал именно эти? Потому что у меня был, практически один в один брелок, но у него была кнопка, как бы вот эта поверхность вся, она являлась кнопкой. То есть, нажимая на него, там замыкался контакт на батарейке и горел диод. Этот контакт был настолько ненадежен, и вот так сильно приходилось давить, что буквально через 20 секунд палец просто немел. Потому что давить приходилось очень сильно. Вот и выбрал именно с тумблером. То есть здесь, не знаю, видно вам там. Так, фокусируйся. Вот здесь тумблер. Сейчас он в выключенном положении. Переводим положение вниз, это включен. Вот, то есть не надо его давить, держать, его даже можно где-то подвесить, чтобы он вам там освещал, и у вас будут руки свободные. Именно поэтому я их и заказал, потому что у нас в магазине-то я видел именно с кнопкой, на которой давить надо, но очень сильно дискомфорт они мне приносили, потому что это крайне неудобно. Так, а этот что-то то ли заедает, то ли, не знаю, ну посмотрим, я его разберу, ну хотя нет, вроде разрабатывается. Вот они, фонарики на болтиках, то есть можно болтики раскрутить, батареечку поменять без проблем. Вот, ну хотя мне батарейки хватало, вот 2 года мне прослужил на одной батарейке, хотя пользовался очень часто. Где-то там что-то по машине, где-то в подъезде что-то, где-то там в той же машине что-нибудь уронил, в ногах не видно, полезная вещь. Вот, так что можно сказать, видео ни о чем, но мало ли, может быть, кому-то будет полезно, что именно вот с такими вот тумблерами берите, крайне удобная вещь. С кнопкой не берите ни в коем случае, потому что пальцы просто у вас будут отваливаться. Ну, в принципе, у меня на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!